Слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Создатель. Ибо нет иного Бога, кроме Тебя, столь любящего создания свое. Господи, коснись сердца этих людей, не знающих Тебя, которые живут, как дикие звери, как обезьяны. Открой им истину Твою, Господи. Скажи им, что смех их обратится в плач и радость в рыдание. Пощади наследие Твое, Господи. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты, за Твое долготерпение. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждается, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои. И не слышат голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов. Да исчезнут, как вода протекающая, когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные. Да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде, нежели котлы ваши ощутят горящий терн, и свежий обгоревший да развесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, а моет стопы свои в крови нечестивого. И скажет человек подлинно, есть плод праведнику, и так есть Бог, судящий на земле. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение. Хвала Тебе, наш Господь! Ибо Ты послал Сын, Единородного Сына Твоего, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Пощади и помилуй наследие Свое, и найди новые души, Господи, и прославь Церковь Твою, невесту, которая, как на вершине горы город, да воссияет. Господи, благослови патриарха, епископов, священников и паству, дабы делали все бессеребряными делами. Не было сребролюбия, дабы не искажали таинство, и крещение проводили с полным троекратным погружением, как говорят нам святые апостольские правила. Аллилуйя! Даруй духовное рождение им, ибо кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. Аллилуйя! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Господи, Ты человеку дал ангела, который охраняет его. Слава Тебе! Добрый ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, и веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Аллилуйя! Будь милостив ко мне, Господи! Хвала Тебе, честь и поклонение! Слава и благодарение! Аллилуйя! Прости нас, Господи, и помилуй! Ибо вера без дел мертва. Дружба с миром есть вражда против Бога. Помилуй нас, Господи! Кто любит мир сей, в том нет любви Отче, любви от Отца Небесного. Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Боже всемогущий, хвала Тебе!
Ибо нет иного Бога, столь любящего создание свое. Ибо Слово Твое, Святое Евангелие предупреждает, никакие грешники не войдут в Царствие Божие. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, наш Господь! Счастье, поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь! Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, кроме имени Иисуса Христа, которому надлежало бы нам спастись. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благослови детей, Господи! Привлеки их к себе, дабы они опознали любовь Твою, что Ты умер за всех, и жертвой своей спасаешь тех, кто примет Тебя. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Прости, Господи, и помилуй. Прости и благослови, и сохрани наследие Твое. Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Как тень проходят люди, и страх нападает от крестного знамения. Хвала Тебе, Господи, слава Тебе! Враг пятится и падает навзничь. Аллилуйя! Ты единый, всемогущий Создатель. Слава Тебе, хвала Тебе, наш Господь и Бог. Аллилуйя! Слава Тебе, Господь наш! Слава Тебе за все Твои милости и щедроты, за Твое долготерпение, Христе Боже наш! Пощади наследие Твое! Благослови нас, Господи, Твоим отеческим благословением! Ибо воистину на мытарстве блуда погибает больше, чем на остальных 19 мытарствах. Коснись этих детей. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Благодарю Тебя за все Твои милости и щедроты, за любовь и долготерпение. Ибо нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Ты умер за наши грехи, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал за Него Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа, на смерть крестную, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Господи Боже наш, слава Тебе! Избавь меня от врагов моих, Боже мой! Защити меня от восстающих на меня, избавь меня от делающих беззакония, спаси от кровожадных. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильно, не за преступление мое и не за грех мой, Господи. Без вины моей сбегаются, вооружаются, подвигнись на помощь мне и воздри. Ты, Господи, Божий сил, Боже Израилев. Восстань посетить все народы, не пощади ни одного из нечестивых беззаконников. Вечером возвращаются, они воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают они, кто слышит. Но Ты, Господи, посмеешься над ними, Ты посрамишь все народы. Сила у них,
но я к тебе прибегаю, ибо Бог заступник мой. Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих. Не умерщвляй их, чтобы не забыл народ мой, растащи их силою Твоею и низложи их, Господи, защитник наш. Слово языка их есть грех уст их, да уловятся они в гордости своей за клятву и ложь, которую произносят. Растащи их во гневе, растащи, чтобы их не было, и да познают, что Бог владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят вокруг города. Пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. А я буду воспевать силу Твою, и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. Сила моя, Тебя буду воспевать я, ибо Бог заступник мой, Бог мой, милующий меня. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, хвала Тебе, Господи, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Ибо нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. Аллилуйя. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе, милосердный Создатель. Ты помог нам сойти в эту глубину адскую и возвестить людям путь спасения и найти новые души. Хвала Тебе, Господи! Слава Тебе! Честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Аминь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Милости Твоей, Господи, полна земля. Ты простираешь руку Твою и повелеваешь взойти солнцу. Но мы не знаем, что ожидает нас в этот день. Благослови нас, Господи, и помилуй, и в старости будь защитою и охраною. Кроме Тебя нет иного заступника. Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Господи Боже наш, пошли добрых проповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, чтобы все познали любовь Твою, что Ты возлюбил мир так, что отдал единородного Сына Своего, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, на казнь, на распятие, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя! Ты даешь человеку жизнь 70 лет, при большей крепости 80, и лучшая пора их труд и болезнь, и дни проходят быстро, и мы летим. Аллилуйя! Ты приготовил нам место, чтобы мы жили по заповедям Твоим. Ибо придет время, последняя архангельская труба, и мертвые воскреснут. И Ты будешь, Господи, судить соответственно тому, что делал человек, живя в теле, доброе или худое. И стоящим с правой стороны Ты скажешь: «Я хотел есть, алкал, и Вы дали мне. Я жаждал, и Вы посетили меня. Был в тюрьме, в больнице, и Вы приходили ко мне. Войдите в радость господина своего». И скажут они: «Когда мы видели Тебя, Господи?» И Господь скажет: «Одному из малых сих верующих Меня Вы помогли». Это значит, помогли Мне. А стоящим слева скажет: «Я алкал и жаждал, был в темнице, и больной, никто не посетил Меня. Отойдите, проклятые, в огонь вечный, не знаю вас». И будут эти грешники мучиться вовеки вечные в озере огненном. И не будет конца мучениям. Горе какое! И это все можно сегодня изменить. Господь говорит: «Я предложил тебе свет и тьму, благословение и проклятие, жизнь и смерть. Избери! Но зачем вам умирать, люди? Изберите Творца своего, сошедшего с неба
и воплотившегося от Духа Святаго, и Марии Девы вочеловешейся, распятого за нас при Понтийском Пилате, страдавшей и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и снова придет судить этот мир, грядущего со славою, судить живых и мертвых, его царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа истинного, животворящего, и же от Отца исходящего, с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую, святую, соборную и апостольскую церковь, исповедуя едино крещение в оставлении грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Господи, Ты сказал через апостола Павла: радуйтесь, и еще раз говорю, радуйтесь, ибо без воли Твоей и волос с головы не падет. Ты защищаешь человека, Ты милуешь его и ласкаешь. Это творение Твое, слава Тебе! Благодарю Тебя, Господи, за этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы не знаем, что ожидает в нем. Но Слово Твое говорит: не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит Тебе. С Тобою, Господи, мы превозможим все беды. Ты учишь нас, Господи, Словом Твоим. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Кто-то пришел тут? Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благодарим Тебя, Господи, за все Твои милости и щедроты, за Твое неложное обещание. Призови меня в день бедствия, сказал Ты, и я помогу Тебе. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Боже наш, слава Тебе! Милости Твоей, Господи, полна земля. Честь Тебе, слава и благодарение во веки веков. Аминь! Благодарю Тебя, мой Господь, великие щедроты Твои. Ты сотворил небо и землю и поставил господином всего человека, дабы разумно пользовался. Аллилуйя! Господи, Боже наш, слава Тебе! Боже всемогущий, благодарим Тебя за все милости и щедроты, за Твое долготерпение. Ибо горе живущим на земле, если они не примирятся с Тобой через жертву Сына Твоего. Будь милостив к нам, Владыка. И этот народ, не знающий Тебя, да будет приобретен Тобой через Слово Твое. Хвала Тебе. Пощади добрых благовестников, возвещающих Слово истины. И обвиняемое священство сам спаси, Господи. Ты знаешь, в чем они нуждаются, Владимир, Андрей, Глеб. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавший меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Боже, Ты отринул нас, Ты сокрушил нас, Ты прогневался. Обратись к нам. Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждения ее, ибо она колеблется. Ты дал испытать народу Твоему жестокое, напоил нас вином изумления. Даруй боящимся Тебя знамя, чтобы они подняли его ради истины, чтобы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницу и Твоею, и услышь меня. Бог сказал во святилище Своем: восторжествую, разделю Сихем и долину Сахоп размерю, мой Галаад, мой Манассия, Ефрем, крепость главы моей, Иуда, скипетр мой, Мааву, мывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, восклицай мне, земля филистимская. Кто ведет меня в укрепленный город? Кто ведет меня до Едома? Не Ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу. Он низложит врагов наших. Аллилуйя!
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, Христе Боже наш, ибо нет иного Бога, кроме Тебя. Мы славим Твое всемогущество. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Хвала Тебе, наш Господь. Благослови братьев наших, удали путешествующих, дай безопасность транспорту, добрый ангел да защитит их, да помилует, кто взывает к Тебе, да сохранит их, Господи, для царствия Своего. Аллилуйя! Ты велик и всехвален наш Господь. Ты сказал, воззови ко мне, я услышу Тебя и помогу Тебе. Слава Тебе! Мысли наши направь к горнему, к вышнему, не к земному. Ибо близок Господь к сокрушенным сердцам. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а неверующий не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Хвала Тебе, милосердный Создатель! Мы вспоминаем о всех покинутых, одиноких, престарелых. Приди к ним на помощь. Господи, даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Господи, пощади детей Сирии, в таком бедственном положении они находятся. Пошли им все потребное. Аллилуйя! Хвала Тебе, наш Господь! Слава Тебе, милосердный Создатель! Аллилуйя! Боже, будь милостив ко мне грешному. Создавай меня, Господи, и помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный Создатель. Кроме Тебя, Господи, нет его Бога, иного Бога защиты нашей. Найди новые души, обрати их, Господи. Открой всем в истине Твоей. Ибо так возлюбил Бог Отец мир, что отдал за Него Сына Своего Единородного, Господа и Бога нашего Иисуса Христа, на казнь, на распятие. Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя!